Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи офицеры. Садитесь. Товарищи, вы уже знаете, что 51-я армия почти совсем разбита. Оставшиеся соединения раздроблены. Фашисты продолжают оккупацию Украины и всего Крымского полуострова. Наша задача – десантировать армию перед подступами к Феодосии, освободить город от фашистов и методично продвигаться к Севастополю. Завтра утром в 8:00 выдвигаемся на Владикавказскую базу. Оттуда на Таманск. Из Таманска в Керчь. По последним данным, многие села до сих пор, как это ни странно, контролируются украинскими партизанами. Это облегчит наше дальнейшее продвижение. Хочу напомнить, что только удачное десантирование поможет нам высадить тяжелую технику на берег. Что касается этого участка, в западном направлении, в 10 километрах, наша единственная уцелевшая часть тяжелой техникой, которая присоединится в ходе операции. И еще. На поддержку авиации не рассчитывайте. Впереди тяжелый бой. Именно от этой операции зависит судьба Украины в борьбе с фашистской Германией. О деталях вам расскажет товарищ Гелованин. Партия надеется на вас. Товарищи офицеры, удачи! Прошу садиться. Товарищ Слуцкий, вы определены в подразделении старшего лейтенанта товарища Томенко. Слушаюсь, товарищ полковник. Табатадзе к Петрову. Кабешвили к капитану Малковичу. Есть.